Да, добрый вечер, дорогие друзья. Время летит так стремительно, и иногда не замечаешь, как утро переходит в день, а день переходит в вечер. И сегодня у нас с вами знаменательная встреча. У нас с вами сегодня конференция, которая многим из вас, еще многим, а может быть только некоторым, поменяет жизнь. Один раз и навсегда. Сегодня, как всегда, теперь на наших встречах будут VIP-гости, которые будут занимать VIP-места, и среди них вы увидите самых замечательных людей нашей компании, нашей команды и тех, которые добились серьезных результатов. Сделали какие-то серьезные шаги в нашем бизнесе и в своей жизни. Итак, друзья, я вас всех поздравляю. Вы находитесь в одном шаге от вашей финансовой свободы. И сегодня мы с вами поговорим о глобальности того рынка, того бизнеса, который мы сегодня делаем. Создаем вместе с командой. Сегодня тема нашей с вами конференции – это рождение нового рынка, новой индустрии и совершенно нового стиля жизни. Кто сегодня с нами уже работает, те прекрасно понимают, что именно это и происходит. Они это почувствовали уже на себе. Сегодня я вам вкратце постараюсь очень коротко рассказать, чем же наша компания замечательна и чем она отличается от многих других компаний. Буквально вчера наш лидер Борис Пелых объявил о преланче. То есть сегодня, друзья, период предпреланча у нас закончился и начался преланч. То есть сегодня, именно со вчерашнего дня, началась подготовительная работа, которая приведет нас к официальному открытию нашей компании. Пока на сегодняшний день закрыто название компании, закрыта информация о именах владельцев, но зато как много мы знаем об этом бизнесе, о наших с вами перспективах. И как много уже наши партнеры заработали, получили деньги и какую-то часть уже потратили. Сегодня я вам скажу замечательную такую вещь, которая удивит новичков, которые первый раз сегодня слушают нашу информацию. Такого еще в индустрии MLM никогда не было. В нашей компании в период предпреланча 4 партнера закрыли статус бриллианта. И один партнер закрыл статус двойного бриллианта. Такого не бывает даже в период, да, предоткрытия компании. А у нас это произошло в период предпреланча. Это говорит о том, что тот маркетинг, который у нас в компании есть, простой, денежный и очень выгодный. Чем же занимается наша компания, друзья? Наша компания работает на рынке путешествий. И работает она уже на рынке путешествий более 18 лет. Сегодня объем рынка туризма уже составляет больше 10 триллионов долларов. И в ближайшие 7-10 лет ожидается его удвоение. Наша компания является одним из крупнейших оптовиков на международном рынке путешествий. Компания входит в крупный холдинг, в котором несколько направлений бизнеса, и работает на рынке путешествий уже более 18 лет. Компания уже сегодня без нас с вами делает товарообороты в сотни миллионов долларов. Почему? Да потому что компания, друзья, предлагает самый роскошный отдых. Отдых по-королевски. Отдых на уровне миллионеров по самой низкой цене. По той цене, которую сегодня могут себе
себе позволить даже студенты. То есть в нашей компании гарантия самой низкой цены. И до буквально вчера, позавчера, да, до последних дней, это, может быть, было самое замечательное, что было в нашей компании. Сегодня мы с вами говорим об открытии новых рынков, друзья. Я впервые встречаю компанию, вот такую огромную глобальную компанию, во главе которой стоят очень успешные бизнесмены. Это мультимиллионер с 20-летним стажем и опытом работы в MLM, друзья, 41 год. Это буквально вчера у нас уточнилась информация. 41 год опыт работы в MLM-индустрии. Профессионалы говорят, что если вы хотите выбирать компанию надежную, стабильную, с большими перспективами, если вы хотите выбрать бизнес, в котором действительно вы получите самые лучшие технологии успеха, то выбирайте бизнес, который делают прародители сетевого бизнеса. И вот один из наших владельцев – это как раз такой человек. 41 год стажа в сетевом бизнесе. У нас в России сетевому бизнесу лет 20, наверное, всего-навсего. Да? То есть нам еще идти и идти к этому. И второй владелец нашего бизнеса – миллиардер. Он владелец целого холдинга, да, в который входит наша компания. И эти владельцы, эти преуспевающие люди сегодня прислушиваются к нашим предложениям, друзья. Сегодня они откликнулись на то, чтобы, кроме, да, вот, чтобы расширить сферу туризма в нашей компании, которая уже сегодня приносит сотни миллионов долларов, принято решение, что кроме просто путешествий по программе «Все включено», в лучшие уголки планеты, роскошные, да, места, роскошные отели, роскошные резорты, мы с вами начнем продвигать в ближайшее время еще экотуризм, эзотерический туризм. То есть мы с вами, друзья, вот наша команда предложила эту идею эзотерического туризма. Сегодня это направление уже достаточно популярно, но никто еще не делал этот рынок глобально. То есть есть единичные какие-то компании. Тут же предложили следом направление экотуризм. Это направление особенно сейчас популярно в нашей стране. Да? Иностранцы с удовольствием приезжают в деревни для того, чтобы утром проснуться под крик петуха, выйти, да, на двор, пройти в курятник и из гнезда достать теплое яичко, чтобы его выпить. Иностранцы готовы платить за это тысячи долларов. Тут же наши партнеры из Иркутска предложили такой туризм на просторах тайги. Да? То есть это тоже будет востребовано. Охота в тайге. Да? Многие охотники захотят испытать такие экстремальные чувства. Японцы обожают сегодня приезжать, оказывается, на Дальнем Востоке, на дачи наших россиян для того, чтобы получить удовольствие посадить, вырастить на грядке собственными руками те овощи, которые они видят только в своих супермаркетах. Сегодня уже для наших клиентов создается сайт-магазин. И для партнеров тоже. Да? И один из наших партнеров, Александр Горский, о котором расскажу чуть-чуть попозже, предложил вообще шикарную идею, о которой он сегодня расскажет вам сам. Я дам ему чуть попозже слово. То есть сегодня, друзья, мы с вами можем из индустрии туризма сделать еще более вкусное предложение, еще более интересные, да, возможности, еще больше удовольствия, еще больше экзотики для тех, кто ее ищет. И сегодня, друзья, те, кто ищет здесь бизнес, получают также преимущество того, что у вас есть возможность сегодня присоединиться в команду лидеров MLM-индустрии.
и получить себе в руки мощную систему работы, проверенную на практике, которая за последние 2 года уже вырастила 10 долларовых миллионеров, друзья. Сегодня эту систему те партнеры, которые применяют, получают просто ошеломительные результаты. Именно благодаря этой системе еще в период пред-преланча в нашей команде 4 бриллианта. Я сегодня не буду вам рассказывать о маркетинге. У нас отдельно об этом есть рассказы в наших более подробных презентациях. Сегодня я хочу рассказать именно о ваших возможностях, друзья. Потому что здесь, благодаря низкой цене, вы уже можете зарабатывать на разнице в цен. Да? То есть предлагая вашим друзьям, родственникам, знакомым роскошный отдых по самой выгодной цене. И вот разницу, да, в цене, которую они нашли, которую вы можете предложить благодаря нашей компании, вы можете поделить пополам, и оба останетесь довольны, потому что мы находимся в бизнесе, друзья, где выигрывают абсолютно все. В нашей компании можно быть просто клиентом, оплатить один раз в год пакет за 129 долларов, за что вы, как партнер, получите единоразово 40 долларов, и 20 долларов распределится по структуре, и клиент получает доступ к поисковику роскошных отелей по самой низкой цене и также услугу консьержа, с помощью которой можно скомплектовать любое путешествие на ваш вкус, подобрать и билеты, и сроки, и период проживания, и те услуги, которые вы хотите, чтобы они были включены, экскурсии, массажистов, спа-салоны, посещение каких-то экзотичных мест, прокат автомобиля, яхты, самолет. То есть все, что вы хотите, вы можете включить. И в течение года такой клиент может на нашем сайте, магазине, который подключится буквально в ближайшее время, покупать, выбирать для себя все, что его душе угодно. А вот подробности, которые появятся на этом сайте, вам попозже расскажет Александр Горский. Я предоставлю ему такую возможность. Что же необходимо сделать для того, чтобы стать партнером нашей компании? Для этого есть 3 варианта. Вы можете приобрести стартовый пакет за 139 долларов или бизнес-пакет за 429 долларов или лидерский пакет за 829 долларов. В каждый из пакетов, в отличие от других компаний, друзья, где, купив пакет, вы только получаете мифический доступ в клуб путешественников или мифический доступ к скидкам, то здесь, в нашей компании, вы, как партнер, в любом бизнес-пакете получаете услуги туризма. В пакете за 139 долларов вы получаете доступ к поисковику отелей по гарантированно самой низкой цене на рынке. И, друзья, вот буквально, да, на днях я столкнулась вообще с удивительной вещью. Мы всегда говорим, что, да, здесь только роскошный отдых. Да, туры, которые предлагает наша компания по программе «Все включено», это 4-5-звездочные отели. А вот в поисковике вы можете получить доступ абсолютно к любому отелю. И буквально недавно моя подруга, которая поехала в Москву, она попросила меня найти хостес, друзья, лидеры, сетевики, которым недавно я была точно таким же лидером, как и многие, наверное, из вас. У нас не хватает денег для того, чтобы поехать на какие-то семинары, на мероприятия, чтобы оплатить себе приличный отель. Да, очень часто сетевики выбирают хостесы. Так вот, в нашем поисковике отелей хостесы в Москве тоже есть. И поверьте мне, я сравнивала цены ниже, чем вы получаете доступ напрямую, да, позвонив в этот хостес. То есть все равно дешевле. Также в малый пакет со 139 долларов вы получаете личного консьержа по путешествиям, который подберет все для вас, что вы хотите, да, иметь, получить в своем путешествии. А вот уже бизнес-пакеты за 429 долларов и за 829 долларов включают в себя
путешествия по программе «Все включено». Бизнес-пакет включает путешествие так называемого выходного дня на 3 дня и 2 ночи. А лидерский пакет – это уже полноценный отдых на 6 дней, 5 ночей, целую неделю в роскошных местах, в самых красивейших уголках планеты, на ваш выбор. И эти путешествия на 2 персоны. То есть вы приезжаете в любые роскошные уголки, кладете свой кошелек в сейф и получаете доступ к самым роскошным услугам, за которые вы уже не платите. Это действительно настоящий отдых, а не такой, когда вы приезжаете и думаете, а на это у меня хватит, а на это у меня хватит, а надо вот еще там на дорогу что-то оставить, да, еще там что-то на сувенирчике. Здесь вы получаете отдых по самой низкой цене, по программе «Все включено», друзья. Компании для того, чтобы вы зарабатывали деньги и смогли позволить себе путешествовать фактически бесплатно, создала простой, легкий и щедрый маркетинг-план. Маркетинг-план – это у нас форсированный тренар 3 на 8 уровней. То есть каждый человек лично под себя может подключить только 3 партнеров. 4, 5, 6, 10, 20, 100 идут переливом уже под ваших партнеров. И наши партнеры уже почувствовали разницу. Мы с вами остановимся в маркетинге. Я вам покажу только статус. У нас есть различные статусы, у нас есть командный бонус. Да, буквально в 2 словах я скажу, да, когда вы полностью заполняете свою команду, да, свою матрицу, свою пирамидку, можно назвать, когда все ваши партнеры выполняют условия, что приглашение по 3 человека, и когда полностью все 8 уровней заполняются в форсированном тренаре 3 на 8, то вы, друзья, выходите на пассивный доход с абонентской платы, это выплаты с абонентской платы, 38 535 долларов ежемесячно. Кроме этого, кроме командного бонуса, у нас есть бонус быстрого старта, который сейчас до 31 августа удваивается. Кроме этого, друзья, у нас есть возможность сегодня, войдя на лидерский пакет, сразу получить статус золота и максимально, самые большие начать получать деньги уже с первого дня. Также, друзья, у нас сегодня те партнеры, которые вышли на статус бриллиант, получили возможность получать долю от 1% мирового товарооборота компании. Кто же счастливчики? Я вам сейчас назову имена. Это мой спонсор Дмитрий Кульчицкий. Это я, Валентина Скуридова. Это мой первый лидер, самый активный лидер, лидер из Испании, Любовь Егоян. И звезда, наверное, нашей команды в этом месяце – это лидер, международный лидер из Украины, Людмила Величко. И, конечно же, наш основной лидер, наш русский лидер, под которым вся русская команда, и не только русская команда, потому что наш русский лидер Борис Пелых разговаривает на 7 языках. Борис Пелых буквально за 1 месяц, да, благодаря нашей огромной работе, совместной работе, без его помощи мы бы это не сделали, получил статус «двойной бриллиант», друзья. Это люди, которые вошли сегодня в историю компании. Это первые бриллианты в нашей компании, первые бриллианты в своих странах. Россия, Украина, Испания и Канада. И, друзья, наша компания уже сегодня приготовила для нас выездные семинары, которые будут проводиться 4 раза в год в самых красивых уголках планеты, в самых роскошных отелях.
И ближайшее путешествие, в которое мы все вас приглашаем, это будет путешествие с 8 по 12 октября в Мексике. Резорт Тулум. Это красивейшее место рядом с пирамидами Мексики. Это то место, где процветала цивилизация майя. Да, это места силы, это исторические места, где мы можем соприкоснуться с вами, с историей. И это то первое путешествие, где все партнеры, которые могут просто купить себе лидерский пакет путешествия на 6 дней, 5 ночей, без всяких каких-либо квалификаций, товарооборотов дополнительно. То есть, друзья, каждый из вас может отправиться в это волшебное путешествие, где уже сегодня запланировано 9 тренингов с 9 звездными ведущими тренерами мировой величины, такие как Энтони Робинс, Роберт Киосаки, возможно, приедет Дональд Трамп. И самые успешные ведущие лидеры нашей компании. И, естественно, будет знакомство с владельцами компании, друзья. Эта поездка взорвет наш бизнес. После эта поездка даст возможность лидерам из других компаний, независимо от того, чем вы занимаетесь, получить доступ за эти 6 дней к таким знаниям, за которые в другое время и в другом месте вам бы пришлось заплатить не одну тысячу долларов. А здесь, в нашей компании, вы все это получите, друзья, в подарок. Также в нашей компании есть матчинг-бонус, который вы имеете возможность получать с заработка ваших личных партнеров и также партнеров до 5 уровня. От 10% до 20%, выполняя определенные квалификации. Я вам напомню, сейчас до 31 августа остается буквально 5 дней. У нас, друзья, сейчас работает акция предстарта. Это двойной бонус быстрого старта. То есть, пригласив 3 партнеров, вы можете получить вместо 90 долларов со стартового пакета 180 долларов, вместо 180 долларов с бизнес-пакетов, с 3 бизнес-пакетов 360 долларов. Из 3 лидерских пакетов вместо 270 долларов 540 долларов. Кому нужны деньги еще вчера? Присоединяйтесь и начинайте действовать быстро. Именно сегодня, друзья, у нас работает еще одна акция, которая только для нашей команды продлена по 31 августа. За подключение 4 лидерских пакетов вы получаете путешествие в подарок. То есть даже если у вас нет денег, да, на это путешествие, вы можете пригласить 4 своих друзей, знакомых, которые еще не были в Мексике, 4 лидеров из различных сетевых компаний, которые еще никогда не слышали Энтони Робинса, Роберта Киосаки, Дональда Трампа и других успешных лидеров-миллионеров MLM-индустрии, пригласить вот в такое путешествие, в которое люди получат тур по программе «Все включено» на 5 ночей, 6 дней, в самые роскошные уголки, на 2 персоны и в подарок еще бизнес-место и бизнес под ключ. А вы получаете в подарок от компании путешествие в подарок, друзья. И когда вы подключите 4 лидеров, поверьте мне, вы за сентябрь месяц заработаете достаточно, чтобы оплатить до Мексики перелет туда и обратно. Я думаю, что у вас еще хватит и на сувениры. И я хочу сейчас подчеркнуть, друзья, что именно сейчас осталось 5 дней до акции, когда вы за ту же самую работу можете получить в 2 раза больше денег. И еще хочу также подчеркнуть то, что сейчас, друзья, вы можете занять самые вакантные места. Потому что я напоминаю, у нас тренар.
Каждый лидер может под себя подключить только три личника, остальные идут переливом вниз. У первых лидеров нашей компании, у Дэйва и Фарадей, более 3000 личников. У первого русского лидера, Бориса Пелоха, около 400 личников. У моего спонсора в перспективе более 20 личников. У меня, друзья, и у моих лидеров тоже огромное количество личников. Кто присоединился, выключаем микрофон. И здесь вы уже видите, что первый, второй, третий, четвертый, пятый уровни уже, друзья, заняты. И вы сегодня еще можете успеть на шестой уровень и попасть еще в первые, даже не тысячу, а в первые 500 человек компании. Друзья, сейчас, именно сейчас формируется элита нашей компании. Сегодня у вас есть возможность попасть в 1%. Это те люди, которые будут получать самые большие чеки. Почему? Да потому что у вас, даже если вы сейчас не очень активны, работаете, вы получите заполнение, да, тренара 3 на 8 уровней за счет переливов. И рано или поздно, извините, друзья, вы включитесь в эту работу, потому что ваши друзья, ваши знакомые, ваши контакты, когда будут узнавать, что вы здесь, будут проситься, да, к вам, будут просить вас, чтобы вы дали возможность предоставить такое путешествие, обучающий туризм со скидкой, друзья. И сегодня наша компания дает вам возможность наконец стать финансовыми свободными. И мы сегодня, друзья, вчера, да, вчера ровно в 22:30 по Москве объявили начало революции. Почему? Потому что то, что делает наша компания и наша команда в этой компании, такого еще не делал в этой индустрии никто. И кто-то в июне, нет, извините, в июле, когда мы делали первые рассылки, когда мы приглашали в лучших из лучших в команду The Best, в команду, в которую мы действительно выбираем лучших из лучших, мы не берем всех подряд, мы не рассылаем реферальные ссылки и не делаем массовой регистрации, и мы не занимаемся переписью населению. Мы выбираем, друзья. И кто-то смеялся. А сегодня, когда у нас в нашей компании уже 4 бриллианта и один двойной бриллиант, еще в период преланча, теперь мы смеемся над теми, кто смеялся над нами. И я сейчас приглашаю вас в нашу компанию, присоединяйтесь. Если вы хотите, наконец, птицу счастья, птицу удачи поймать за хвост. Потому что сейчас самый выгодный период присоединиться и начать с нами делать бизнес. И сейчас, друзья, я вас хочу познакомить с одним из наших удивительных партнеров. В нашей компании сейчас присоединяются в нашу команду настоящие звезды, друзья. И лица этих звезд вы можете видеть в VIP-ряду. Я рада видеть, да, наших партнеров, которые к нам присоединились. И сейчас я хочу предоставить вам слово, для вас слово, удивительному партнеру, да, которым мы все гордимся. И хочу объявить сегодня об открытии мастерской личностного роста Александра Горского, который проходит каждый четверг в 20 часов после нашей презентации. Александр Горский – это преуспевающий российский бизнесмен с успешным опытом в индустрии MLM, владелец нескольких направлений бизнесов, юрист, экономист, психолог, гипнотерапевт. У Александра Горского, автора книги «Активное долголетие», есть уникальные методики, которые он успешно совмещает с древнешумерскими психотехниками, помогая людям добиться успеха в бизнесе, в карьерном росте, восстановлении и гармонизации здоровья, активации скрытых резервов организма, в омоложении еще, кстати, друзья,
используя внешние и внутренние источники энергии. И сейчас я с удовольствием передаю ему слово и прошу Александра рассказать о последней идее и о своем общении с владельцем компании, которое прошло сегодняшней ночью, с чем я искренне от всего сердца поздравляю Александра. Александр, вам слово. Спасибо, Валентина, все здорово. И сказано здорово. Всем общий привет. Я сейчас включаю камеру, чтобы вы видели меня в конце концов воочию. Фото не передает всего, что может передать. Я приветствую всех. Александр Горский, наша мастерская личностного роста. Мне в октябре исполняется 57 лет. Вы видите, как я выгляжу. Это работа как раз нашей мастерской. Ровно за несколько дней до моего дня рождения мы будем в Мексике. Я вас всех приглашаю, вместе будем праздновать это событие. 57 лет, ну что, все еще впереди. Вот, значит, сейчас я буду рассказывать о том, что было сегодня ночью. Совершенно удивительные события, которые произошли сегодня со мной и с нашей компанией, с владельцами компании. Потому что был предложен совершенно новый инструмент для развития бизнеса на планете Земля. Это сделано в России, это нами, нашей командой, лично тоже я в этом принял участие немалое. Вот, с удовольствием Соединенные Штаты приняли наше предложение. Вы понимаете, мы начинаем двигаться в мир из России, ребята. Об этом говорили многие и многие предсказатели в прошлом, о том, что обновление планеты Земля произойдет из Российской Федерации, из России. Что, собственно, и происходит. Потому что в этот мир мы несем новое, новое отношение, любовь, уважение друг к другу, новый вариант бизнеса. И подтверждением этому будет не то, что было сегодня ночью, это очень важно. И я, конечно, вернусь к этому сегодня обязательно. Но перед этим, как был вызов меня во Флориду, то есть по скайпу, произошли следующие события. Вы знаете, я, в общем-то, не спал долго, было время где-то 3 ночи. Я увидел вдруг, что один из наших партнеров, нашей большой семьи, а у нас именно семья, мы к этому относимся так в этой семье к каждому. Я увидел, что человек просто что-то происходит. Я связался через скайп, выяснил, что очень сильно заболел ребенок. Чудовищный кашель, чудовищный бронхит. Тут уже было, конечно, не до встреч даже с такими именитыми гостями. И поэтому было предложено сразу лечить ребенка. Я на самом деле целитель. Многие, наверное, знают это. Кстати, хочу сразу сказать, я иногда забываю предупредить всех, что сегодня будет, как обычно, сеанс зарядка, энергетического зарядка структурированной воды. Поэтому всех прошу сразу наливать емкости любой размерности в любой стране. Будет заряжена вода сегодня, кто уже этим пользовался и пользуется, ну, слава богу, об этом, наверное, видимо, уже рассказывают немало на планете. Мне идет огромное количество, вал просто, просьб, встретиться, поговорить. 136 тысяч писем, на которые я никогда уже, видимо, не смогу ответить за такой короткий срок. Но это все лирика. Самое главное, все, что было ночью. Мы вылечили ребенка с одним человеком, который присутствует здесь. Великолепный лидер, могу вам сказать. Я включу сейчас как подтверждение, подключится этот человек, потому что, вы знаете, самое ведь главное, мы можем очень много говорить о нашей системе обучения. Мы можем много говорить о том, что мы по желанию, конечно, нашего партнера, мы буквально вкручиваем его в успех. Это, конечно, здорово, потому что человек обречен просто-напросто быть успешным. Но об этом много говорят. Много говорят в разных компаниях. Много говорят с экранов телевизоров и в интернет. Давайте просто послушаем воочию человека, с которым сегодня мы вместе бились за здоровье ее ребенка. Это человек, обычная корейская девушка. Ее зовут и Наталья Суньо. Сейчас она подключится и вам рассказывает, что происходило сегодня. Это очень важно. Послушайте ее, пожалуйста. Это наш очень хороший растущий лидер, который, в общем-то, является примером для многих. Даже иногда, говорю вам, скажу, даже для меня. Я очень уважаю этого человека, поэтому милости просим. Суньо, вам слово. Здравствуйте. Привет всем. Я и Наталья Суньо, как Саша меня называет. Я с Краснодара. Сегодня вот, да, я вчера слушала конференцию, но я с конференции ушла, потому что у меня сильно заболел ребенок, и я не дослушала.
А ночью, когда встала, ну, посмотреть, что там, рассылки какие-то сделать. И Саша мне позвонил, Александр Горский, и спросил, что случилось. То есть он почувствовал, наверное, это. Я ему, конечно, поделилась с ним, что у меня заболел сильно ребенок. Тут же он мне сразу сказал, так, неси воду, давай зарядим. Неси там шерстяную вещь любимую ребенка. Ну вот он заряжал. И я сделала все, как он мне сказал. И ребенок к утру, в общем-то, да, как он мне говорил, что будет потеть, будет ну, спать хорошо, укрыть там. Ну все, что он мне посоветовал, я все сделала. И ребенок к утру, в общем-то, ну, выздоровел. Спасибо, конечно, ему. Еще я что хочу сказать, это вот не первый случай, когда, наверное, он почувствовал это или как. Он как-то вот было такое, что у меня... Я вообще вот, когда пришла в компанию, я сама нашла своего наставника, долго я с ними разговаривала. И что я хочу сказать, ну, зная закон 1.9.90, я, конечно, сразу вступила в компанию. Но когда рассылки делала, вот как многие говорят, там сайта нет или что-то, название мы не знаем компании. У меня тоже был какой-то такой период, наверное, тоже у меня какая-то иногда паника была. Но вот один раз мне Саша Александр Горский позвонил, говорит, я почувствовал, что вам нужна помощь. И ну, спросил, на каком этапе, что случилось, что вот не получается, от чего у вас такая паника? И, наверное, когда я ему рассказала, на каком этапе, что у меня обрывается, вроде как люди добавляются в скайп, и все узнают, и им так интересно, но на каком-то этапе все, они прекращают общение. И вот мы с ним это разобрали прям поэтапно, он мне посоветовал, что сделать, конечно, потом пригласил меня на, сказал, чтобы я посещала его мастерскую, чтобы не пропускала, и заряжали мы воду, как все партнеры. И, в общем-то, я скажу, что это очень дает уверенность, силы. И я советую всем партнерам ходить на мастерскую его. Вот, ну, все будет у нас хорошо. Да, благодарю, Наталья. Все супер. Да, действительно, так это было сегодня, дорогие друзья. То есть мы, в общем-то, что самое главное в жизни? Конечно, наши дети, да? И когда мы говорим о бизнесе, мы говорим об очень больших свершениях, мы говорим о том, что будет впереди, это здорово, но мы же всегда имеем в виду наших детей, наших внуков, которые будут вслед за нами наследовать эту планету. Поэтому, конечно, самое здоровье детей – это самое важное. И мы сегодня сделали это с Суньё, мы это сделали вечером, ночью, то есть, да, и видите, ребенок здоров, на фотографии он такой же, как и в жизни, вот, это здорово, мы вылечили человека. Я могу вам сказать следующее, что, конечно же, я занимаюсь очень много практиками на самом деле. Я человек верующий, чтобы не было никого, никаких вопросов, какой я верой или кому я служу. Есть Всевышний, он над всем наблюдает, и ясно, я человек верующий, я православный человек, но я прекрасно знаю другие религии, поверьте, и я работаю с разным рода людьми. Всем людям нужен успех в этой жизни, всем людям в этой жизни нужен рост. Сейчас я буду зачитывать некоторую информацию, я, как правило, никогда не готовлюсь ни к каким вообще выступлениям, но есть некоторые вещи, которые надо просто, честно говоря, зачитывать. Потому что такова важная бывает мудрость, что лучше прочитать, да, и ни в коем случае не утерять ни одного слова важного. Чем мы готовим, что мы готовим, чем мы занимаемся, в принципе, в нашей мастерской? Она недаром называется мастерская личностного роста, а никакая не школа, не академия. Потому что в школе, в академии людей готовят лидеров. Это здорово, лидер – это классно, лидер – это здорово, лидер ведет за собой людей. Мы можем с вами послушайте меня, что есть такой лидер. Чем обучается лидер у нас, в частности, в мастерской? Это экономика, это финансы, это право, да, юриспруденция, интернет-бизнес, что очень важно, и многое другое. Это основа успешного развития любого бизнесмена и приобретение им качества лидера. Лидер не только направляет и ведет своих последователей, но и хочет вести их за собой. А последователи не просто идут за лидером, но хотят за ним идти. Понимаете? И идут они за ним не потому, что он просто лидер, это просто слова. Потому что этот человек интересен, потому что этот человек очень много знает, потому что этого человека многому можно научиться. И самое главное, люди, которые идут за этим человеком, знают, куда этот человек идет. То есть осознают, совершенно видят свой путь в бизнесе или в каких-то жизненных вещах. И он является лидером поэтому.
Но это одна из сторон развития человеческой души. Есть более высокий уровень. Это мастерство, это мастер. Давайте все-таки почитаем и послушаем, что есть мастер. Вот приобретение качеств таковы, мастер. Это психология, это биоэнергетика, это экстрасенсорика, ребята. Гипнология – это знания, превращающие лидера в мастера. Мастер знает, как на самом деле устроен мир. И он, мастер, сверхэффективен. Он играюще решает проблемы, которые у других людей занимают годы и десятилетия. И мы сегодня к этому вернемся с вами, потому что это как раз показательный вариант того, что сегодня происходило этой ночью. Для меня длится следующий, тот самый прошлый день, который уже у всех закончился. Некогда было спать этой ночью фактически. Мир обычного человека таков, как он есть. А вот мир мастера таков, каким его сам для себя сделал мастер. То есть мастер делает реальность, меняет реальность под себя, вокруг себя. Для мастера, овладевшего искусством жить, не существует большого различия между работой и игрой, трудом и отдыхом, разумом и телом, учением и развлечением, жизнью и религией. Он едва отличает одно от другого. Что бы он ни делал, он просто следует своему видению совершенства во всем, пока другие пытаются понять, работает мастер или он просто играет. А он всегда делает и то, и другое одновременно. Да, друзья, я играю в бизнес. Я не называю это работой, потому что работа – это тот, кто работает на станке на заводе. И я работал на заводе за станком 10 лет. И я знаю, что такое рабочий за станком. Я точил металлические детали. И у меня даже есть какой-то высокий уровень мастерства в этом. Я работал в разных местах. Я был грузчиком в магазине. И я знаю, как грузить товары, правильно их укладывать. Я работал директором магазина, и я знаю, как правильно производить расчеты и прием продукции. Я, друзья, был бомжом и в свое время жил в подвале, потому что получилось так, что по семейным обстоятельствам я был лишен жилья и оказался в подвале просто потому, что негде было жить. Это было все со мной. И я был в разных ипостасях этой жизни. Мало того, в конце 90-х годов я получил очень серьезное повреждение позвоночника, и целый год я не мог ходить. И мне пришлось учиться ходить заново. При этом врачи очень многие пытались сделать мне операцию, говоря, что это невозможно с такими повреждениями позвоночника ходить. Вы можете посмотреть, видели фотки, может быть, покажет Валентина сегодня что-нибудь еще. Я веду очень много курсов по восстановлению позвоночника. Потому что не верьте, друзья, тому, что говорят врачи. Всегда есть место чуду в этом мире. Чудо свершилось. Я хожу, я перед вами. И мне скоро 57 лет, я такой же молодой. Я раздеваться не буду, я просто не хочу шокировать публику, потому что я не знаю, кто находится по ту сторону экрана, может, там могут быть дети. Но поверьте, я выгляжу так, как вы видели это на фотографии. Я занимаюсь спортом, я поднимаю штангу, я поднимаю гантели, у меня ничего не болит, и я молодой. Это результат тех самых техник, которые я получил в свое время, будучи, когда боролся буквально за жизнь. Надо было выручать себя. Некому было помочь мне тогда. Я знаю эти техники. Это совершенная система омоложения и оздоровления организма, древние шумерские психотехники, которые называются общим названием Кавема. Кавема – это система движения рук и ног, неких фигур, которые конкретно выкладываясь в определенной последовательности, в определенные позиции, излечивают человеку внутренние и внешние органы и оздоровляют его внешне и внутренне. Сегодня с вами, господа, мы проводим открытую встречу на весь мир, фактически. Почему? Да потому что сегодня произошли события мощнейшие, они мирового уровня просто. И поэтому сегодня пойдет встреча не только с нами, да, но и тот, кто будет потом смотреть нас впоследствии в YouTube. Я сегодня начну показывать систему Кавема. Ну, начнем с разминки, конечно же, да. Чтобы просто понимали, это очень сложная система и очень мощная. И чтобы люди не навредили себе, конечно же, с самого простого мы начнем изучать. Сегодня открытые для всех показ. Потом, естественно, это будет для тех людей, которых я выберу сам, которые могут идти дальше. Потому что ясно, что можно очень много навредить себе и окружающим. Но если вы знаете, что если у обезьяны будет граната в руках, ясно, что чем это рано или поздно закончится. Чтобы этого не было, ясно, что должны быть люди, которым я мог бы доверять. Это важно. Ну а теперь о самом главном. Получилось так, что мы работаем в команде, и мы имеем право и вносить на рассмотрение наших владельцев
какие-то новации, какие-то вещи, которые мы считаем важными. Потому что мы здесь единая команда. Не мы единая команда вместе здесь, кто находится, а единая команда мы плюс наши владельцы в Соединенных Штатах. Я не видел такого никогда. Когда люди не заботятся совершенно о себе, не спят ничего, с нами постоянно общаются, постоянно переплачивают деньги, вы представляете? Говорят, а, потом разберемся. Не столь важно. Самое главное, чтобы люди ощутили сразу деньги в этой компании, что они есть, и чтобы они поняли, что эта компания пришла навсегда. Чтобы не было вопросов, а надолго ли вы к нам пришли? А надолго ли вы будете здесь с нами выстраиваться, да, и что-то там делать, какой-то бизнес? Да, навсегда. И я этому сегодня подтверждением являюсь я здесь. Объясню почему. Одно из предложений, которое последовало из Москвы, это из Российской Федерации, вы знаете, о создании нового глобального рынка на основе туристического бизнеса. Одно из направлений эзотерический туризм, вы это, наверное, слышали, сегодня Валя Валентина объявляла. Да, мы с вами будем ездить по всему миру по эзотерическим местам, по местам силы, так называемым. Да? И в одном из таких мест мне удалось оказаться в 2002 году, и я вам покажу фотографию в следующие разы, приходите обязательно по следующим четвергам, я покажу вам, с чего все начиналось. Как я оказался в одной из пирамид, в очень глубоком помещении, да, где не бывает туристов никогда, и что произошло там со мной. Что произошло при вспышке определенной, когда произошла коррекция энергетической системы организма. Вот это может произойти с каждым, если человек подготовлен ко встрече с чудом, да, в какой-нибудь из силовых зон Земли. Для этого надо быть подготовленным. И для этого мы будем готовиться здесь. И для этого существует система КАБИМА, подготовки организма к возможностям коррекции, энергетической коррекции. Когда то, что вы делаете многие десятилетия, а может быть и всю жизнь делаете, и иногда и не сможете достичь успеха, произойдет с вами буквально через 1-2-5 дней, а может быть 10 дней, может быть год. После одной из таких коррекций, о которой я вам рассказал, я вышел на доход, поверьте, 350 тысяч долларов я заработал за полгода. Перед этим я был дистрибьютором в компании и получал всего лишь 25 долларов в месяц. Да? Потом, правда, были, конечно, хорошие большие успехи, я вышел на определенный уровень, и с одной из компаний, в которой я, в общем-то, добился успеха, я приехал в Египет. Об этом в следующих наших встречах. А сегодня о том, что было сегодня, главное. Так вот, предложение. Эзотерический туризм прошло на ура. Потому что сейчас идет очень мощный тренд за рубежом. У нас это давно уже. О том, люди сейчас возвращаются к духовной жизни. Люди сейчас хотят знать много того, что сокрыто от общих взоров. Да? Вот. Поэтому тренд очень мощный. Целая индустрия. Следующий предложили наши ребята очень мощно. Это свадебное классное путешествие по суперценам, в суперместа. Великолепно просто. Но одно из главных предложений было таковым. Создание некой супермощной торговой марки. Это так называемый зонтичный бренд. Под зонтичным брендом развитие многих направлений в бизнесе. Это турбизнес, это сопутствующее производство. Пища, одежда, да, обувь, все, что с этим связано, вплоть до производства свежайшей питьевой воды, что, как вы понимаете, является просто бичом на африканском континенте, во многих странах. Не хватает воды даже, той самой, о которой мы говорим. Все под единым брендом. Под единым брендом нашей компании. Сегодня это было настолько важно, что руководство компании решило выйти напрямую на меня. И как вы поняли уже, я сегодня вечером, ночью сидел, ждал вызова, потому что у нас все-таки есть соотношение времен здесь. Да, это было где-то после того, как мы уже с Натальей оказали помощь ее ребенку. На меня вышел президент нашей компании, руководитель. Мы говорили с ним через Борю. Борис Пелов был переводчиком. Спасибо ему огромное. И мы спокойно обсуждали наши вопросы супер успешным человеком планетарного масштаба, который 41 год находится в MLM-бизнесе, и который прекрасно читает любого человека, как открытую книгу. Энтони Робинс, они с ним вообще друзья. Они с ним идут по жизни давно, и ясно, что я понимаю, какие тренинги давал Энтони Робинс этому человеку, если они вообще ему еще нужны, который прекрасно понимает все. Мне очень приятно, что сегодня Борис передал от этого человека мне привет. Это мне очень приятно, ей-богу.
И мне приятно, что слова мне были сказаны такие. Это наш человек. Да, я наш человек. Я человек нашей компании. Это однозначно совершенно. И я достиг успеха в других бизнесах. Я заработал примерно 2,5 миллиона долларов. Ну, ребята, какое это имеет значение, если речь идет о сотнях и сотнях миллионов? Ровным счетом никакого. Здесь мы все на одном уровне, все одинаково совершенно. Поэтому предложение, как вы услышали, принято, раскручивается огромными темпами. Мощнейшая торговая марка, которая будет являться брендом планетарного уровня. Под этим брендом мы начинаем разворачивать производство, начиная, как я уже вам сказал, от туристических услуг и заканчивая даже производством воды. Это огромный бизнес, огромный, планетарного масштаба. В этом бизнесе мы имеем свой доход. Недаром бриллианты имеют уже по 1% от мирового товарооборота, друзья. И они вышли за это, на этот процент за один месяц работы. Да покажите мне другую такую компанию-то. Покажите и скажите, вот где надо быть. Да я вам скажу, да этого не может быть просто. Это здесь. И поскольку движут такие происходят события мощнейшие, а я кое-что вижу и знаю. И я знаю, и иногда вижу очень далеко, я вас говорю вам, что в этой компании будет не 1 миллион человек. Это будут наши последователи, партнеры, которые входят в новую совершенно жизнь, потому что сейчас у нас начинается новая эра. И многие говорят такие высокие слова. Но здесь мы говорим совершенно объективно. То есть это является реальностью. Это не что иное, как новый стиль жизни. Та самая торговая марка и суперпроизводство под ней – это стиль жизни. Это здоровый образ жизни. С великолепным набором продуктов питания, экологически чистых, с великолепными путешествиями по-королевски в разных местах мира, с великолепными поездками в эзотерические места, и я буду, поверьте, там проводником находиться, а я уж сделаю так, чтобы вы были просто счастливы, вернувшись оттуда. Но для этого будет, конечно, только лучше. Я не могу путешествовать с миллионом, но один я человек, понимаете? Мне очень нужны помощники, очень. Поэтому я многих жду сегодня звонков, ваших звонков после этой встречи. Потому что мне нужна команда. Мне одному надо много работать. И мне нужна команда, которая будет мне в этом помогать. Не так, кстати, много мест осталось подо мной. Это так, на всякий случай. А что было дальше? А дальше было следующее. Предложение более мощное для всех, которое вообще мне не делал никто никогда. Что поскольку мы работаем со многими бизнесами, это мне говорит, так передаю, я вам передаю слова Бориса, как перевод, со многими бизнесами на этой планете, ясно, что это моя, тоже была моя идея, значит, что многие люди, многие компании, увидев развивающуюся торговую марку, им будет выгодно с ней сотрудничать. Потому что вы понимаете, что логотипы дают очень много, это реклама. Поэтому я уверяю вас, что очень многие агентства туристические, да, в частности в России или в Украине, Беларуси и так далее, они, конечно, будут подключаться под эту торгмарку, потому что это выгодно. Потому что, когда мы получаем продукт туристический напрямую от производителя, так если сказать, то есть это громадный оптовик мирового уровня, 18 лет, который на рынке присутствует, ясно, что цены настолько различные, что когда я посмотрел, честно говоря, мне стало прям, ну, немножко стыдно, что сколько же я денег переплатил за свою жизнь. А я, поверьте, я умею считать деньги. Все люди богатые умеют считать деньги, и при том получше нас с вами. Всегда калькулятор у людей с собой. И все считают и пересчитывают. И я делаю то же самое. И вам рекомендую делать то же самое. Так вот, я могу сказать, при затратах 5000 евро экономия в этой компании, в нашей компании, составляет чуть ли не половину этой суммы. Ну, извините меня, это даже не экономия. Это реальный заработок больших денег просто. Что будут делать люди, когда увидят эту возможность? Что будут делать туристические компании, когда увидят эту возможность и увидят классный торговый бренд, торговую марку, которая будет развиваться сейчас? Деньги там очень большие у владельцев. И там хватит денег на рекламную кампанию очень серьезно. Конечно, они будут подключаться. Они будут просить взять их к себе в некое объединение. Это некий франчайзинг. Господа, компания будет находиться на всей планете просто. И это наши с вами товарообороты. Тех людей, которые сейчас станут бриллиантами. Это 1%, 2% и 3% товарооборота. Вы понимаете, какие это деньги? У меня укладывается в голове. Но пока только сотни миллионов. Ну, на миллиарды вот не могу я пока в это поверить. Ну, не дорос, понимаете? А вот люди, с которыми я сегодня общался, доросли. Они миллиардеры. Все в порядке, нет проблем. Идем дальше.
Очень трудно переключаться на более обыденные вещи, конечно, с таких событий, с таких новостей. Но однако же у нас есть с вами работа. Поэтому я рассказал вам то, что я считал нужным рассказать. И это очень важно не только в отношении меня. Потому что, представляете, я за 56 лет прожитых на планете, а скоро 57, как я уже сказал. У меня не было возможности общаться с сильными мира сего. Настолько близко. Мало того, мы с ним, мы друзья. И когда я сегодня высказывал свои пожелания, мне говорили, абсолютно, клево, супер, окей. А когда мне говорил перевод Борис, предложение с той стороны, американское, я говорил, да, это классно, мне это нравится. И Боря переводил, Саша, это нравится, дорогой. И тот говорит, о, как классно, Саше понравилась идея американского миллиардера. Вы понимаете, какая это компания? Где такое может быть-то хоть еще? Ты, я не видел даже в кино такого, честно говоря. Идем дальше. Увлекся. Понимаю, важное очень, важное событие. Сегодня будем работать, как обычно, немножко в другом ключе. Мы не будем сегодня делать длительный гипносеанс, потому что очень мощные события. Я думаю, что у многих мурашки просто бегут по коже от таких событий, от сотен и сотен миллионов, которые могут быть вашими просто и ваших детей. Немножко по-другому мы сегодня поведем нашу работу. Я очень прошу всех наполнить водой сосуды, которые приготовлены. Ну, а нашей общей знакомой Наталье Суньо наполнить ванну. Это ее желание. Она сказала так, я теперь буду наполнять ванну, потому что вода мне помогает просто двигаться вперед. Она подписывает людей одного за одним. Ну, я в ответ говорю ей, да, Суньо, наполняй ванну, потому что большому кораблю пускай будет большая ванна. Это классно. Неважно, какую емкость вода будет занимать. Набираем воду и начинаем работать. Потому что мастерская – это работа, прежде всего, и мы должны работать с вами, и для этого мы здесь сегодня собрались. Александр, я предлагаю сделать маленькую паузу, потому что я думаю, что многие сейчас рванули за емкостями воды, кто-то побежал воду набирать. А я предлагаю сейчас полистать для следующей нашей работы слайды с деньгами. Я согласен, Валентина, давайте сделаем тренинг на деньги, это хорошая вещь. Мы сейчас говорим о тренинге на денежки, правильно, да? Да-да. Да, пусть будет так. А деньги всегда всем нужны. Мы делаем очень обычные вещи, которые показывают вашему подсознанию, а что, собственно, вы в жизни хотите. Подсознание не понимает ваших слов, но оно понимает действия, и подсознание понимает образы. Поэтому, повторяя одни и те же образы, одни и те же действия, и даже слова, которые сопутствуют этим действиям постоянно, да, вы получаете искомое. То есть, конкретно вы даете сигнал некий, называется это рапорт своему подсознанию. Мы сейчас говорим о деньгах. Пусть не шокируют вас деньги в рублевом эквиваленте. Дело в том, что эти деньги являются настоящими деньгами, сфотографированными мною. Это просто отправление было некой торговой выручки за нашу продукцию. Ну, в банк. Вот они, денежки. Что мы делаем с этими денежками? Ясно, что это изображение. Но мы не будем говорить это подсознанию. Подсознанию не важно, на самом деле, изображение это или что. Самое главное убедить его, что это самые настоящие реальные деньги. И я вас убеждаю, что это самые настоящие реальные деньги, завязанные обычной обычными веревочками. Понимаете, да? Что мы делаем? Смотрим на эти деньги. Пытаемся их увидеть. Пытаемся ощутить их запах. Пытаемся ощутить фактуру денег. Для этого нужно, может быть, у вас есть где-то купюра. Возьмите в руки. Неважно, будет это 1000 или 5, или 100 рублей. Деньги есть деньги. Делаются они, в общем-то, из одной бумаги. Денежная бумага, так называемая. И я вас очень прошу, глядя на эти денежные средства, представить, что они находятся не на экране, а они находятся просто перед вами, вот это груда 11, там то ли 2, 12 миллионов рублей. Представим, что к этой денежной куче
денежной массе привязана мощная, сильная белевая веревка или канат. Вспомните, как вы по канату в детстве на уроках физкультуры лезли под потолок по требованию физрука. Вы вцеплялись в этот канат и, перебирая руками, лезли к потолку, пока кто-то добирался, а кто-то нет. Ну, у кого-то сил не хватало. Так и здесь. Вцепляемся в этот канат мощно, потому что нам сейчас придется перетянуть его на себя, как будто мы лезем наверх. И смотря на эти деньги, перебирая этот воображаемый канат, начинаем приближать эти деньги к себе. Конечно, мы просто с вами делаем несколько движений вперед ногами, потому что мы должны видеть картинку приближения. Телевизор-то с вами мы вместе вряд ли приблизим. Поэтому, еще раз, смотрим на денежные средства. Смотрим мощно, беремся за белевую веревку. Говорим себе важные слова. Я разрешаю себе быть богатым с этого момента. Я хочу излечиться от вредной привычки быть бедным, в конце концов. И начинаем отучаться от вредных привычек. Тянем на себя эти денежные средства. Начинаем тянуть. Итак, взялись. Раз, тянем. Два, тянем. Три, тянем. Мощным прожектором освещаем эти денежные средства. Мощного мозгу. Вот что нам нужно. Вот каким образом мы таким образом достигаем успеха. Тянем, продолжаем дальше. Приближается денежная масса к нам. И вот так я прошу вас делать каждый день. Потому что многие, да и все богатые люди, поверьте, а я уверен, об этом будет рассказывать нам еще и на нашем тренинге в Мексике, обязательно делают то же самое. Только денежные средства там другие. Миллионы, миллиарды. Возможно, это какие-то огромные кучи слитков золотых. Мы не можем представить миллиард, ну я понимаю. Невозможно, потому что мы не можем объять его своим мозгом. Ну 11 миллионов мы можем сделать-то, Господи. Что за такого-то? Еще раз, смотрим на денежные средства. Прям туда прям сверлим глазами эти денежные средства. Мы хотим их иметь. Они наш путь к успеху. Беремся за веревку и начинаем тянуть мощно. Я разрешаю себе быть богатым с этого момента. Деньги приближаются. И вы берете эти деньги. Каждый день прошу делать такое упражнение. Лучше 3 раза в день. И вы увидите, как быстро начнут появляться денежные знаки в вашей жизни. Самое главное, когда вы будете выходить на улицу, вы будете находить после этого много денежных монет. Кто-то скажет вам, ни в коем случае не подбирайте. Проходите мимо. На них заговоры, на них сглазы и так далее. Не верьте. Это всего лишь вас хотят отлучить от денежной энергии. Потому что деньги – это божественная энергия. Ну не может божественную энергию кто-то сглазить, вы понимаете? Давайте уж не будем уж смеяться и здесь, по крайней мере. Должны вы в этом быть полностью уверены. В свое время сказал Соломон, мудрейший из мудрецов, следующие слова. Незаслуженное проклятие не сбудется. Притом никогда не сбудется. Это я уже от себя добавляю. Кто бы там что ни проклинал, не наводил какие-то страхи и всякие сглазы, это сделать невозможно, если вы не заслужили каких-то проклятий. Если заслужили, здесь дело даже не в деньгах. Это уже надо уже просто лечить вашу систему энергетическую. Будете обращаться, возможно, я буду этим заниматься, правда, временно это все меньше и меньше. Поэтому увидели медяк на улице, увидели рубль, увидели копейку, наклонитесь, подберите. Это просьба, это требование свыше узнать у вас, нужны ли вам деньги-то еще или нет. Это проверка. Если вы пройдете мимо, их подберет кто-то другой. И я подберу, что я и делаю всегда, кстати. И пусть надо мной смеются люди. Не проблема. Пусть люди, которые стоят на остановке, видят, что какой-то человек, непонятно, в общем-то, неплохо одетый, лазит и собирает медики. Да, смеются надо мной. Они не понимают, что мы живем, в общем-то, на разных совершенно планетах, в общем-то. Но это их личное право и дело, верно ведь, да? Я-то знаю, где я живу. Они нет. Они там останутся. А я хочу больше. Вот как здесь, посмотрите на экран. Хорошая заначка, в общем-то. Совершенно прилично. Да, мне это нравится. Я хочу быть свободным. Только сегодня с Димой мы говорили, что мы скоро поплывем на яхту из Монте-Карло в Мексику, во Флориду. И я его поддержу. Да, Дима, мы поплывем. Валя хочет лететь на самолете. И ее право. Я не люблю маленькие самолеты. Слетал уже, хватит. На яхте поплывем с Димой. И будем рады. И вас приглашаем к тому же.
Поплывем, поплывем. Полетим. Полетим. Вот. Значит, самое главное, не забывайте делать эти действия, совершенно простые, каждый день. Объясняя подсознанию, что вы хотите. Рано или поздно подсознание поймет то, что вы требуете. И, конечно же, вы получите искомое. Это может быть 11 миллионов, может быть 110 миллионов, может быть 1, может быть 10 тысяч рублей. Но это деньги, понимаете? Радуйтесь каждому приобретенному рублю. И вы увидите, как быстро начнет меняться жизнь вокруг вас. Просто меняться, стремительно меняться. Просто как локомотив, который уходит к восходу солнца. У нас будет такой тренинг, тоже скоро. Я даже говорил, что вроде бы будет сегодня, потому что такие события произошли сегодня, понимаете, что мы отнесем его на более поздние встречи с нами. Тренинг будет рассчитан на остановку всех ваших, многих, скажем так, ваших болевых каких-то процессов, которые даже, может быть, вам неизвестны, которые происходят в вашем организме. Это мощный тренинг, который просто послужит вам омоложением и приобретением новых вариантов энергии, вообще огромных объемов просто, для свершения ваших добрых дел. Добрых дел, конечно. Со злыми делами мы не общаемся совершенно и не разговариваем. Итак, тренинг мы сделали. Дальше мы увидим, вода уже набрана. Сейчас вы увидите, как будет меняться структура воды. Это где-то сродни чуду, скорее всего, для многих будет. Потому что, как вы понимаете, мы сейчас разговариваем с разными совершенно континентами даже. И здесь, я уверен, есть и американский континент, и Азия, и, возможно, Австралия. Я знаю, что у нас есть партнеры в Сингапуре. Это здорово. Неважно, какие расстояния здесь сейчас наблюдаются. Нет расстояний в эзотерике. Все рядом, потому что энергия – это материя, которая находится все рядом совершенно. Можно определить человека, где он находится, в каком состоянии он в данный момент есть, да, и оказать ему помощь, если это необходимо, по его просьбе, конечно. Сегодня у нас общий скажем так, укрепляющий вариант для всех, то есть укрепление иммунитета, что не помешает никогда и никому. И уверенность в том, что мы делаем правильное дело. Неважно, чем вы занимаетесь в этой жизни, надо всегда быть уверенным, что вы делаете доброе дело, которое послужит вам и вашим детям и людям, что это не какое-то зло, да, добрые дела. Об этом говорим. Для этого нужна энергия и сила. Поэтому я вас очень прошу сделать такие вещи сейчас. Я включаю камеру. Смотрим на меня. Сейчас будет не только зарядка воды, но и некое разминочное упражнение перед этим действием. Это система Кавима, которая называется разминка обычная. Кавима – это некий, как я уже сказал, вариант фигур. Как, например, мудры в Индии. Отличие только лишь в том, что мудры в Индии имеют какие-то, ну, знаете, такие, да, красивые штуки, да, которые имеют определенные сразу статические формы. Кавима – это движение из одной фигуры в другую. И каждая фигура ворочает какой-то орган, дает какой-то стимул новый энергетический и так далее, и так далее, и так далее. Это некая совершенно сбалансированная древняя суперсистема, которая помогала людям жить не 100 лет, понимаете? А вы знаете, в Библии многие доживали до 900. Поэтому я хочу очень долго жить, у меня очень много надо сделать на этой земле. И мне сейчас, как я уже вам сказал, скоро исполняется 57 лет, но как я выгляжу, вы видите. Итак, начинаем с вами работать. Смотрим на меня и делаем, просто повторяем движение. Первое движение очень простое. Это приветствие, да? Обычное. Следующее движение. Я просто не буду пока их называть, просто я буду показывать. Поднимаю локти. Таким образом. И немножко нажимаем на руки, на ладошечки. И чувствуем тепло. А теперь делаем такое движение. Вверх. И видите, обратите внимание, руки остаются в таком положении. И вниз. И опять вверх.
и вниз. Движение называется энергопоток. Вы, наверное, чувствуете, как мурашки начинают бежать просто по телу. То есть фактически вы сейчас таким образом замыкаете на себя некую энергетическую ячейку и как будто надеваете прямо на себя. Еще раз делаю. Вниз. На выдохе. Дальше делаем такое движение. Смотрите, руки поднимаем на уровень глаз. Открываем вот такую фигуру. Фигура называется энергия пространства. Следующая фигура имеет такой вид. Делаем с вами. Энергия времени. У нас поток, видите, направлен треугольничек вниз. Энергия времени. Теперь делаем следующее движение. Вот такое вот. И у нас, как вы понимаете, треугольник направлен вверх. Мы фактически поменяли энергию времени на энергию пространства, да? Правая рука, открытая ладонью, находится ближе к вам. И сейчас вы почувствуете удивительное. Потому что у многих, а может быть и у всех, вы чувствуете тепло в груди. Вы сейчас являетесь мощным генератором энергии. И ваша грудь чувствует это тепло. Вы сейчас насыщаетесь очень хорошей, созидательной энергией. Очень доброй. Я уверен, что вы чувствуете тепло, потому что тепло чувствую я. Уверен, что вы чувствуете то же самое. И из этого положения мы вновь переходим в наше положение. Это положение ожидания некого. И остаемся в таком положении. Потому что я сейчас буду работать с водой, с вашей, и вы это будете видеть. Что я, как правило, не делаю. Видимо, это будет один, может быть, еще несколько раз, и все. Я прошу вас остаться в таком же положении. Немножко, пожалуйста, руки упирайте ладони в ладонь, чтобы вы чувствовали тепло. А грудь у вас уже теплая, это чувствуется. Итак. Все, господа, можете опускать ручки ваши. Сейчас мы с вами сделали, структурировали воду, которая у вас находится. У кого-то налита ванна. Милости просим попробовать эту воду. Но для проверки я вам рекомендую, возьмите банку, где налита вода или стакан. И представим, здесь стакан стоит. И рукой поднесите руку к этой водной глади. На уровне, может быть, там, я не знаю, 2-3 сантиметров. Вот этим местом, да, чтобы ладонь была над водой. Если мы все сделали с вами правильно, то вы почувствуете тепло. То есть вода, оставаясь холодной, будет источать тепло. Сначала вы это сделаете левой рукой, потом вы это сделаете правой рукой, то же самое. Проведете над этим стаканом, да, над этой банкой или что-то. Что-то над ванной. И почувствуете от холодной воды ток тепловой, тепло. Это ваша энергия. Это энергия, которая поможет вам созидать. Это добрая энергия, поэтому и тепло источается, понимаете? Теперь вы можете попробовать эту воду. И вы почувствуете, что вкус воды изменился. Она стала мягкая, она стала сладкая. Сладковатая водичка, которая называется живая вода. Ну, как в сказках, да? Пейте на здоровье. Это приведет вам очень много пользы. И даст вам дополнительные мощные энергетические силы и стимул для того, чтобы двигаться по жизни в правильном направлении. Вы знаете, что у нас направление, только дорога одна, имеет два направления. К Господу, к Всевышнему и в обратную сторону, не буду говорить куда. Все понимают, о чем я говорю. Мы с вами сделали воду. И сейчас мы с вами будем заканчивать очень мощными вещами. Потому что сегодня происходят такие события, что нам нужно как никогда единение команды. Я сегодня скажу очень важные слова, я очень прошу за мной их повторять. А потом я закончу одним очень интересным, на мой взгляд, как раз к сегодняшнему моменту очень важным стихотворением из моего сборника
которое называется «Мысли вслух». Стихотворение называется «Просто иди». Оно состоит из трех частей. Вот, я об этом скажу чуть позже. Сейчас мы с вами просто сделаем небольшой, совсем небольшой сеанс. Это даже не совсем гипносеанс, потому что мы не будем уходить очень далеко в альфа-режим. Просто мы, находясь в бета-режиме, просто послушаем то, что я говорю. Просто прошу вас повторять за мной, и вы увидите, какие сейчас будут, какие вы сейчас будете чувствовать силы, какая энергия и какая уверенность, которая позволит вам принимать правильные в этой жизни решения. Я начинаю обратный отсчет от 10 до 1. Я хочу, чтобы вы считали про себя вместе со мной. Представляйте каждую цифру, когда я произношу ее, и позволяйте ей уносить вас все глубже и глубже. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Сейчас я дотронусь до вашего лба, и вы почувствуете тепло в области прикосновения. Это тепло – ваше внушение, ваша новая установка. Повторяйте про себя утверждение, которое я сейчас говорю. Я мощный магнит. Я притягиваю удачу. Я мощный магнит. Я притягиваю успех. Я мощный магнит. Я притягиваю богатство. Я ощущаю огромный прилив энергии. И смогу сделать все, что захочу сделать. Я могу добиться и добьюсь любой поставленной цели. Меня ждет полный успех, и я буду радоваться своим успехам. Я буду лучше выглядеть и лучше себя чувствовать с каждым днем. Я вижу себя уверенным, сильным, здоровым и богатым человеком. В этом мне помогает глоток чистой воды, который сейчас находится рядом со мной. Мое будущее яркое, светлое, счастливое. Внушение начинает движение через вашу голову и доходит до вашего затылка. До вашего затылка. И вы чувствуете тепло в области затылка. Теперь расслабьтесь, успокойтесь и забудьте об этом внушении. Сейчас я буду считать от 1 до 5. На счет 5 вы откроете глаза и полностью придете в себя. Вы будете чувствовать себя замечательно. Ощущение отдыха и хорошее настроение останутся с вами до конца дня. Вечером вы быстро заснете и будете крепко спать всю ночь напролет. Проснувшись утром, вы будете обладать силой, энергией, мощью и уверенностью. Итак, 1, 2. Вы медленно приходите в себя. 3. Очень скоро, на счет 5,
вы откроете глаза, полностью придете в себя и будете чувствовать себя отлично, гораздо лучше, чем раньше. 4, 5. Приходим в себя, открываем глазки, чувствуем энергию, мощь, радость во всем теле. Уверен, что это так. И скоро мы начинаем то, что я, собственно, для чего мы сегодня и собрались. Потому что сегодня мы с вами ставим новый совершенно уровень наших взаимоотношений. Ставим мы сегодня с вами позитивный якорь. Что такое позитивный якорь? Когда вам грустно, когда вы чувствуете приближение какой-то депрессии, когда вы видите, что что-то не получается, когда вы видите, что вас не понимают окружающие, и вам одиноко, и трудно, и грустно, вы просто сжимаете крепко свой правый кулак. И сейчас мы с вами разучим движение, которое поможет вам быстро прийти в себя, быстро вернуться на дорогу успеха и не обращать внимания ни на какие депрессии, которые забирают очень много энергии, поверьте. Потому что на введение в себя в депрессию надо потратить ровно столько же энергии, сколько надо потратить на то, чтобы стать бодрым, мощным и веселым. Ясно, что лучше тратить на то, чтобы было созидание, а не разрушение. Поэтому я сейчас начинаю начитывать свое стихотворение, и когда будет третий четверостишие, я буду поднимать руку вверх. Вот она будет идти, и когда я крикну вперед, мы вместе махнем рукой и крикнем вместе на весь мир вперед. Я не думаю, что ваши соседи вас, я думаю, простят. Сейчас не так много времени. У кого-то, наверное, все-таки ночь. Может быть, кто-то крикнет про себя, но он почувствует тот самый энергетический импульс, который мы сейчас сложим воедино по всей планете просто. И вы почувствуете, что в любой ситуации, когда вам будет грустно и плохо, и холодно, махнете и крикнете «Вперед!». И вы почувствуете такую энергию, такую мощь, что свернете горы просто. Потому что мы вместе, и мы с вами, единая семья. Слушаем. Не взбаламучивай то, что мутное. Не очищай, что и так уже чистое. Не растрачивай время попусту. Просто иди вперед. Пусть говорят тебе, переможется. Пусть говорят, что перемелется. Верь, не слюбится и не стерпится. Просто иди вперед. Ты поймешь, что жизнь не напрасная. Ты увидишь дорогу ясную. И тогда в эту даль прекрасную. Просто иди вперед! Супер! Уверен, что до вас дошло. Уверен, что вы сделали со мной то же самое. Уверен, что вы получили тот самый импульс, мурашки идут по телу, вы мощные, энергетически заряженные, вам все совершенно по плечу, поэтому на этом я заканчиваю сегодняшнюю нашу мастерскую, где мы с вами продолжаем отучаться, как я всегда об этом говорю, от ненужных, совершенно неприятных привычек, а именно от бедности. С вами был Александр Горский и мастерская личностного роста Александра Горского. Удачи, друзья, счастья и здоровья! Кто ко мне приходил сегодня, прошу вас, звоните, набирайте, я доступен в скайпе, торопитесь, мало мест. Удачи еще раз, счастливо, всем пока. Валентина. Огромное спасибо, Александр. Как всегда, я не знаю, как остальные, я думаю, точно так же остальные, я получила огромное удовольствие и действительно огромный заряд. Вы знаете, мне очень часто приходится общаться с Александром, и просто с ним общаясь, просто разговаривая, я чувствую, что я стройнею. Спасибо, Александр. И вы знаете, мне хочется сегодня, так как мы уложились все-таки в час, да, а это не так много времени, потому что мы можем разговаривать, общаться часами. Я сегодня хочу дать возможность, вчера, к сожалению, у нас это не получилось, высказать свои впечатления от нового статуса, статуса бриллианта наших лидеров, наших первых бриллиантов. И первое слово я хочу предоставить Любови Гаян. Это первый бриллиант Испании, первый бриллиант Евросоюза, первый
бриллиант Европы. Знаете, первым можно стать только один раз. Может быть, за нами придут более мощные лидеры, более профессиональные ораторы, более профессиональные коучи, тренеры. Но сегодня Любовь Егоян первая в Испании, первая в Евросоюзе, первая в Европе. Любовь, я от всей души в очередной раз тебя с этим поздравляю. Я благодарю судьбу за то, что она нас объединила, и мы теперь работаем вместе в одной команде и в одной семье. Любовь, тебе слово. Благодарю, Валентина. Друзья мои, я вас всех приветствую. Я действительно сама нашла своего спонсора, и я безумно рада работать именно с таким спонсором, хотя я не очень это слово люблю. Наверное, скорее будет правильнее сказать информационный наставник, не вышестоящий спонсор, потому что вышестоящий спонсор приобретает немножко другой смысл. Есть у нас очень много таких нерадивых спонсоров. Ну, это приятно осознавать, что мы к таким спонсорам не относимся. И Валентина очень грамотно ведет бизнес, очень внимательно подходит к каждому своему партнеру. Как скорая помощь, тут же, как только ей напишешь или позвонишь, она тут же перезванивает и помогает. И я, конечно же, то, что мы, какую работу провели, когда мы сюда пришли, мы пришли практически не имея совсем информации о том, куда же мы пришли. Но внутри меня было чувство, я знала, я была уверена, что я иду по правильной дороге, я на правильном пути. И сегодняшние результаты, конечно же, показали, что я действительно на правильном пути. Я рада, я счастлива. Вчера вечером, поздно ночью, с нашими партнерами мы уже смотрели билеты, чтобы поехать на встречу в октябре месяце в Мексику, такой вот элитный город Тулум. И, знаете, ожидание чего-то более такого мощного и грандиозного, у меня в душе такой трепет происходит. И все это вот чувство такое смешанное, благодаря еще, конечно же, Александру Горскому. Потому что, когда мы начали работать, нас никто не слышал. У людей такое ощущение было, что у них закрыты уши, что у них вообще не работают мозги. Я не побоюсь именно так выразиться, потому что мы слышали отказы за отказом. И когда Александр зарядил нас на успех, зарядил нам воду, просто бизнес, он нам взорвал бизнес. Я за это его тоже очень благодарна ему за это. И вы не представляете, как у меня просто, ну, просто, как говорят, нормальным языком, да, поперло, вот так скажем. Да? Ну, по-другому просто не выразиться. У меня заклинило просто 3 дня компьютер от такой мощной энергии, которая исходила от нас после этого заряда. И вот именно в эти дни, когда у меня так плохо работал компьютер, было самое большее количество подписаний, друзья мои. То есть все действительно работает. Но без труда не вытащить рыбку из пруда. Конечно же, полагаясь на все то, что нам дает Александр, на наши цели, на наши мечты, которые действительно реализовываются, да, в процессе вашей работы, в процессе ваших действий. Так вот, друзья мои, я призываю вас к действиям, потому что под лежачий камень вода не течет. И Вселенная услышит, увидит ваше желание и даст вам именно то, зачем вы сюда пришли. Так вот, не ждите, занимайте те места самые выгодные, которые остались сегодня, да, на сегодняшний день, вернее. И да будет успех с вами. Благодарю вас за то, что меня послушали. И приходите в нашу команду, вливайтесь. Зарабатывайте, выходите на огромные доходы, на прекрасные результаты, и мы будем вместе с вами путешествовать, развиваться,
омолаживаться. Ну и все то, о чем говорил Александр. Благодарю за внимание. С вами была Любовь Егоян. Передаю слово Валентине. Любовь, спасибо большое. Да, дала слово, чтобы о себе рассказала, а ты о спонсоре прошла. Спасибо, спасибо за признание. Вы знаете, что самое интересное? Что мы ведь не ждали никаких наград. Мы ведь не ждали, что за нашу работу нам скажут, что вы занесены, да, в золотую книгу истории нашей компании в качестве основателей. Это все партнеры, которые зашли в период пред-преланча. И мы не ждали, что так быстро мы выполним статус бриллианта. Мы просто работали, делали простые действия, которые вот привели к таким результатам. И, конечно, да, Александр, он как катализатор, да, вот послужил толчком именно вот к взрыву бизнеса, да, именно к прорывному бизнесу. И, наверное, больше всех прорвало у нас в нашей команде, это у Людмилы Величко. Это вообще удивительная женщина. Вы знаете, она в Украине получила звание лучшего бухгалтера. Бухгалтера обычно, да, такие, вот все-таки у них мозги как-то работают в основном в одном направлении. Но вы знаете, что самое интересное? Что в сетевом бизнесе именно бухгалтера и экономисты получают очень хороший результат. Может быть, поэтому у Людмилы так классно все получается. И я думаю, что мы в ближайшее время попросим ее поделиться своими успехами, своими наработками и поделиться своими текстами, своими находками. Что же она такого волшебного говорит своим гостям, партнерам, знакомым, да, приглашенным людям, что они, несмотря на то, что некоторым она говорит «нет», вы нам не подходите, они горят желанием влиться в нашу команду и в нашу компанию. Людмила, я тебя тоже поздравляю с званием бриллианта и прошу тебя поделиться, да, своим впечатлением, своими эмоциями от, ну, полтора месяца, да, еще даже полутора месяцев нет, как мы здесь работаем. Даю тебе слово. Алло, добрый вечер. И как меня слышно? Слышно очень хорошо. Всем здравствуйте. Я благодарю, что мне Валюша дала слово. Что хочу сказать? Работаю, как работаю. Мне очень здесь нравится. Нравится работать с холодными контактами. Я раньше вообще их боялась, не могла и рот открыть. Все мне казалось, что мне стыдно, что мне как бы некомфортно. Вот. Но попав в такую команду, где здесь заряжаешься с одного момента, с одного слова, лидеры такие, с таким опытом работы, и уже я чувствую, что я где-то в некоторой степени еще многое не знаю, поэтому как бы по ходу начинаю и учиться, и начинаю раскрываться. Это мне тоже очень интересно, это мне классно. Я хочу сказать, что немаловажно, конечно, в какую ты команду попал, да, и с кем ты работаешь. Вот я вас приглашаю, всех-всех до единого приглашаю, активных лидеров с командами, без команд, которые действительно хотят заработать, которые хотят получить удовольствие от общения, от команды, от наших встреч, которые мы сейчас проводим. Это так классно, я вас приглашаю к нам работать в компанию, и вы тоже так же будете удовлетворены и будете точно так каждый день радоваться тем событиям, которые у нас происходят. Ведь каждый день у нас мы уже как бы привыкли, что нас обязательно ждет какая-то приятная новость. И это действительно происходит. Я очень благодарна, конечно, нашему Александру. Это как бы сказать, клондайк идей. У него прям каждый день такое, думаешь, откуда это все у него берется. И понимаешь, и знаешь, и чувствую, что, ой, как хорошо, что я попала сюда. Какие меня окружают люди. Так что я вас всех приглашаю. Не думайте. Если вы хотите совместить работу, зарабатывание, очень хороших денег,
приятным времяпровождением, приходите к нам. Я думаю, что на сегодняшний день вы лучшие компании не найдете. Действительно, здесь очень серьезно, очень серьезно. Здесь очень серьезные люди работают. Здесь действительно надежно. Действительно, мы будем получать такие хорошие деньги. Поправим свои финансовые состояния и будем отдыхать. Я вас всех приглашаю. Приходите к нам в команду. Спасибо большое всем за внимание. С вами была Людмила Величко. Спасибо большое, Людмила. Вы знаете, конечно, команда – это очень важно. Даже когда вы, все мы когда-то ходили на работу, да, и очень важно было, какой собирается коллектив. И тот коллектив, который утром бежишь на работу с удовольствием, это всегда здорово. Но такой коллектив, какой собирается у нас здесь, мы не зря его называем звездным, потому что действительно здесь каждый человек, даже начинающий человек, приходит яркой личностью и проявляет себя в лучших своих качествах. И я вам хочу также, друзья, сейчас подсказать. Каждый, кто сегодня приходит в нашу компанию, в нашу команду, у каждого, благодаря тому, что мы сейчас в начале, независимо от вашего опыта, от ваших знаний, навыков, умений, есть возможность стать успешными, богатыми, состоятельными людьми. Благодаря тому, что у нас, вот вы уже поняли, насколько разные люди с разным опытом. И, кстати, вот Любовь Егоян, мне многому есть чему у нее поучиться, несмотря на то, что я являюсь информационным наставником, как она сказала. Потому что если я создавала команды более 6 тысяч партнеров, то Любовь создавала команды больше 60 тысяч партнеров. Да? Согласитесь, это огромная разница. Александр у нас не только преуспевающий бизнесмен, но у него еще шикарный опыт в сетевом бизнесе. В последней из своих компаний, где было более 300 тысяч дистрибьюторов, у него был 54-й чек. Да, то есть это тоже серьезный лидер MLM-индустрии, у которого есть чему научиться. Ну а как бизнесмен вы уже сами поняли, что у него мышление работает совершенно на другом уровне, потому что те идеи, которые он выдвигает для нашей компании, они всем нам, друзья, принесут огромные-огромные доходы, потому что эти идеи принесут компании товарообороты в сотни миллионов долларов. И как вы уже убедились на нашем примере, добиться статуса бриллианта, который даст вам возможность получать 1% от мирового товарооборота компании, это сделать очень легко, очень просто и очень быстро. Поэтому, присоединившись к нам, вы обречены быть богатыми, успешными, состоятельными людьми. И вы знаете, я хочу сегодня подчеркнуть, что неважно, каким бизнесом вы занимаетесь, неважно, в какой компании вы сегодня работаете, мы не призываем вас закрывать свой бизнес, бросать свои компании. Потому что в любой компании можно зарабатывать деньги. А зарабатывая деньги, можно отправиться в шикарное путешествие, да еще в котором вы получите возможность обучаться у мировых звезд, не тратя тысяч долларов. В любой компании, в любом бизнесе вам необходимы технологии успеха, заряд энергии изобилия, который дарит нам Александр Горский каждый четверг в 20 часов после нашей презентации. И я вам еще раз хочу подчеркнуть, я вам сейчас, пока вот девушки наши выступали, вы знаете, я еще не видела такого руководства компании, которое настолько заботится о своих партнерах. Кстати, всем, кто занимается бизнесом, всем лидерам-сетевикам, кто строит бизнес в каких-то компаниях, я вам скажу потрясающую вещь, которую сегодня узнала от Александра и Бориса Пела. Когда Александр общался с руководством, с одним из владельцев компании, имена мы их скоро узнаем, то он сказал такую вещь, что каждый владелец бизнеса,
каждый, да, серьезный лидер, который занимается продвижением какой-то продукции, какого-то интереса, какой-то услуги, да, тем более, если это помогает развить бизнес, у вас будет возможность представить свой бизнес в своем аккаунте. А таких кабинетов, да, таких аккаунтов я еще не видела ни в одной компании, никто из нас не видел. Это маленькая социальная сеть, в которой есть абсолютно все. И ваши партнеры, да, партнеры всей нашей компании смогут увидеть ваше предложение. Представляете, насколько это увеличит ваши товарообороты? А когда вы получите те знания, которые первыми смогут получить наши партнеры в октябре месяце, с 8 по 12 октября. Так, показать. В резорте Тулум в Мексике. Я вам специально сейчас открыла картинки. Вы посмотрите, какие красивейшие места. У нас в России уже будет осень. Будет слякотно, будут дожди, будет сыро, будет холодно. А в Мексике еще в самом разгаре будет лето. И мы с вами, друзья, сможем не только посетить вот такие фантастические, красивейшие места, но также я вам напомню, пройти 9 тренингов от 9 мировых звезд, от самых успешных людей планеты, таких как Энтони Робинс, Роберт Киосаки, может быть, Дональд Трамп. Представляете, вот тет-а-тет, вместе отдохнуть, вместе пообщаться с Дональдом Трампом. Да еще по программе все включено. Я вам напомню, что тот тур, который даст вам возможность присоединиться к нам с 8 по 12 октября в Мексике, в резорте Тулун, стоит всего $829 на 2 персоны по программе «Все включено». А если вы до 31 августа подключаете 4 партнеров или приглашаете в эту поездку 4 друзей, то вы получаете путешествие вместе с нами от компании в подарок на 5 ночей, 6 дней. Итак, друзья, на этой позитивной ноте я хочу... Да, еще что я забыла сказать, да? Так вот, компания нам сейчас... Вот я пока сегодня с вами общалась, листала свои сообщения в скайпе, мне один из партнеров пишет: «Валентина, пожалуйста, сделайте хорошее предложение, хорошую рекламу, приглашение в Тулум». И вы знаете, я так с облегчением вздохнула, потому что сегодня Борис Пелых нам сказал, что то компания уже готовит нам флеера по приглашению. То есть нам уже не нужно об этом беспокоиться. Мы можем спокойно делать свой бизнес. А представляете, вот ваш офис может выглядеть вот таким образом. Кто бы хотел, да? Вот, к сожалению, картинка небольшая. Сейчас мы найдем что-то побольше. Кто бы хотел делать бизнес, отдыхая? Кто бы хотел, чем больше отдыхать, тем больше зарабатывать? Именно это позволяет наша компания. А обучающий туризм, да, туризм с обучением, дает вам возможность увеличить доходы в любом вашем бизнесе. Поэтому, друзья, снимите все ограничения, ни в чем себе не отказывайте, присоединяйтесь к нам. И давайте в октябре отправимся в первое наше совместное путешествие. Встряхнем этот резорт Тулум по-русски. Отдохнем на полную катушку. Там все включено. И еда, и напитки, и все услуги, и тренинги от ведущих звезд мирового бизнеса. Итак, я на этой ноте позитивной хочу с вами распрощаться. С вами была сегодня Валентина Скуридова. И до скорых встреч, друзья. Следующая мастерская Горского будет в четверг, следующий, в 20 часов после нашей презентации. А завтра, пока не знаю в какое время,
Я подготовила для вас школу «Работа над ошибками» для тех, кто начинает бизнес. Это будет техническая школа. Следите в чатах за сообщениями и ссылками. Итак, хорошего вам продуктивного вечера и до встречи в скайпе. До свидания.